Чевиндеуантер считается центром древней индейской одноименной культуры. По официальной версии, был сооружен примерно в 900 году до нашей эры. Но поверить в такую датировку сложно. Здесь повсеместно видны явные следы вторичного использования примитивной цивилизации того, что осталось от предшественников, обладавших высокими технологиями. Даже местный гид этого не отрицал. С его слов, на этом месте существовала цивилизация, которая была тут 10 тысяч лет назад. Поэтому, мягко говоря, стоит крайне скептически относиться к принятой у историков версии прошлого этого континента. Для систематизации различных хронологических периодов в Южной Америке археологи используют термин «горизонты». И если мы берем за основу официальную версию, то нас интересует ранний горизонт 1400-400 года до нашей эры. Именно этот период у историков соотносится с культурой в местности Чевиндеуантер. По версии ученых, чевинский стиль возник приблизительно около 1400-х годов до нашей эры. В своей основе он строился на базе культа, в котором ведущую роль играл оракул, якобы способный предвидеть будущее, побеждать болезни и обращаться с просьбами к богам. Культ постепенно распространялся к югу и к 1000 году до нашей эры достиг района современной Лимы, но об этом чуть позже. Итак, культура Чевин ныне считается одной из древнейших цивилизаций Нового Света, наряду с цивилизацией альмеков в Мезоамерике. Но местный гид рассказал вовсе не об одной единственной культуре Чевин, описанной в книжках, а сразу о двух принципиально разных цивилизациях, которые обитали тут в разное время. По его мнению, то, что историки называют культурой Чевин, не имеет никакого отношения к созданию комплекса Чевиндеуантера, который обладает гораздо более древней историей. В качестве же самых первых строителей комплекса, по утверждению гида, выступала совсем иная, причем куда более высоко развитая культура, представители которой жили тут вовсе не 2-3 тысячи, а все 10 тысяч лет назад. Представленная здесь реконструкция комплекса на первый взгляд кажется вполне логичной. Однако в глаза бросается наличие следов двух принципиально разных технологий обработки камня. Основная часть блоков, использованных для сооружения внешних стен Кастилья, представляет собой не очень ровные, довольно грубо обработанные камни, хотя порой и весьма приличных размеров. Их поверхность полностью соответствует простому скалыванию материала. Между тем, другая часть блоков имеет строгую прямоугольную форму с ровными краями и гранями и обработана весьма качественно. Здесь можно встретить даже вот такие ступеньки, скорее всего, использованные индейцами повторно. Они вырезаны из единого камня. А находясь отдельно от кладки, уже не кажутся ступенями, так как больше напоминают блок из полигональной кладки. Индейцы явно застали тут уже сильно разрушенные руины каких-то гораздо более древних сооружений и просто использовали ровные блоки при повторном строительстве. Однако на все задуманное ровных блоков не хватило, а изготовить такие же индейцы не были способны. Вот и добавляли такие строительные материалы, которые были для них доступны. В итоге, например, в кладке стен Кастильо ровные и большие блоки перемежаются как грубо обработанными блоками, так и мелкими камнями. Где же эти ровные блоки находились изначально, пожалуй, уж и не определить. Так же, как невозможно определить, где находился, скажем, блок с барельефом в виде змей, ныне лежащий в качестве простой ступеньки лестницы на юго-восточном углу Кастильо. Скорее всего, изначально это был фрагмент изображения мифического чудовища, напоминающего медузу Горгону.
Сейчас же мы можем только попытаться представить, какого размера было первоначальное изображение. В Чивине мы сталкиваемся не только с довольно мягкими осадочными породами, но и твердым серым гранитом. Именно из него сделана большая часть ровных блоков. Гранит же обрабатывать гораздо сложнее, нежели известняк или сланец. Даже бронзовые инструменты тут не годятся. Это абсолютно не сочетается с тем уровнем развития, который имела культура индейцев Чивин 2-3 тысячи лет назад. Ее технологии и инструменты, преимущественно каменные, если ориентироваться на экспозицию в местном музее, для подобного производства совершенно не подходят. Более того, гранита поблизости нет. Он сюда доставлялся как минимум за несколько километров. Каменоломен, правда, до сих пор не нашли, и эти оценки основываются лишь на расположении ближайших залежей аналогичного гранита. Здесь гораздо более развитая цивилизация не следовала за индейцами культуры Чивин, а наоборот, предшествовала им. Об этом говорит то, что в целом ряде случаев хорошо обработанные гранитные блоки находятся явно не на своем месте, а это весьма характерно для вторичного использования. В Чивине есть еще одна немаловажная деталь. На внешних стенах храма красовались когда-то более 200 каменных голов устрашающего вида. У всех этих голов из Чивина торчащие клыки. Смысл этих изображений непонятен. Ныне часть этих голов находится в музее Чивина. Аналогичные устрашающие головы в качестве украшения на стенах есть в другом древнейшем центре Южной Америки – в Тиуанако, расположенном в соседней Боливии. При этом от Чивина до Тиуанако более 1200 километров, и маршрут пролегает сплошь через горные цепи. Однако это мелочи, поскольку еще дальше, на расстоянии 4000 километров от Чивина, только уже в другую сторону, в Теотиуакане, древнейшем центре Мексики, мы вновь можем увидеть украшения в форме голов устрашающего вида. Внешний облик голов, конечно, разный, но способ их крепления в стенах абсолютно одинаковый во всех трех регионах. Удивительно другое. Как-то совершенно нескладно получается то, о чем мы говорили в самом начале видеосюжета. Речь шла о том, что культ Чивин постепенно распространялся к югу и к 1000 году до нашей эры достиг района современной Лимы. Излюбленным образом чивинского культа было изображение оскалившегося ягуара. Древние мастера очень тщательно прорисовывали круглые уши, глаза, пасть с торчащими клыками и даже брови. А теперь посмотрите, в каком виде в Лиме представлены эти ягуары. Деградация уровня мастеров явно прослеживается и тут. Причем в самом городе находится порядка 20 штук пирамид, только все они из необожженных кирпичей. Куда предполагалось крепить изготовленные головы, непонятно. Это уже больше становится похоже на бессмысленный карго-культ. Тем не менее, и этот, на первый взгляд, невзрачный для альтернативной истории древний город, хранит свои загадки. В музее Лимы находится один очень загадочный экспонат, который никак не вписывается в официальную картину прошлого. Это плоский диск со своеобразным утолщением в центре и дугообразными прорезями. В целом форма артефакта поразительным образом схожа с формой спиральной галактики. Что это? Абсолютно случайное совпадение форм? Очень сомнительно. Ведь тут показаны не только спиральные рукава, но и заметное утолщение в центре, которое мастер явно намеренно обозначил. Ближайшие галактики находятся от нас настолько далеко, что невооруженным глазом с Земли их никак нельзя разглядеть. Ни утолщения в центре галактик, ни спиральных рукавов в их структуре. Следовательно, индейцы должны были не только иметь весьма совершенные средства наблюдения за звездным небом, но и обладать достаточно развитым астрономическим знанием. Хотя есть вероятность, что они его получили уже в готовом виде,
от совершенно другой цивилизации.